Всем привет, с вами Рисим и добро пожаловать на канал о симуляторах. Сегодня для вас обзор на Aquarium Designer, симулятор аквариумиста и акваскейпинга. Тут у вас будет возможность попробовать себя в качестве дизайнера пресноводных аквариумов. Узнайте, что необходимо для такого занятия, и может загоритесь желанием поставить у себя дома настоящий аквариум. Что ж, желаю всем приятного просмотра, окунемся же в мир аквариумистики. В данном симуляторе есть два режима. Это компания, где вы в роли опытного аквариумиста или не очень, будете выполнять заказы клиентов. Что-то наподобие сюжета о восхождении новой звезды аквариумного дизайна. Перед началом пройдете мимолетное обучение, краткость – сестра таланта, как говорится. Но действительно, сам геймплей интуитивен и понятен даже без обучения. При выполнении заказов у вас будет ограниченное количество денег в бюджете. И кроме того, большинство декораций, растений, рыб и инструментов будут закрыты, чтобы было к чему стремиться. В процессе выполнения заданий вы получите опыт, поднимите уровень и список возможностей расширится. Появится много новых камней, растений, рыб и всяких безделушек типа сундуков с золотом. Минус при выполнении заданий в том, что вам нужно следить за бюджетом и четко следовать требованиям заказчика. Так что особо с дизайном не разгуляешься. Кстати, локации, где будут установлены аквариумы, выглядят достаточно красиво, выполнены в определенной стилистике, а не просто тумба посреди пустого пространства. Можно даже взять себе на заметку, если затеете ремонт. А второй вариант игры – это свободный режим, но с выбором сложности. Казуальный для тех, кто хочет просто заниматься дизайном аквариума, не думая о поддержании условий. И реалистичный режим, где будут проходить все те же процессы, что и в реальности. Так что аквариумы будут загрязняться, и вам надо будет приводить их в порядок, чтобы рыбы и растения не погибли. Для свободного режима доступны различные по объему и габаритам аквариумы. Жаль только нельзя задавать свои собственные параметры. А также будут доступны абсолютно все декорации, растения и рыбки. Так что у вас будет обширное поле для творчества. Вы будете ограничены только своей фантазией, ну и разве что еще возможностями игры. Все созданные вами аквариумы будут жить своей жизнью, даже когда вы не в игре. Правда, если не хотите следить за аквариумами каждый день, можете включить режим отпуск. В магазине игры представлен достаточно широкий выбор грунта, всевозможных камней, от вулканической породы и простых булыжников до ярких фигуристых камней, которые действительно продаются в магазинах для акваскейпинга. Конечно, в реальности каждый камень и коряга неповторимы, в игре, к сожалению, такого нет, но все равно есть из чего выбрать. Также большое количество разных видов водных растений, начиная от почвопокровных, кустиков до плавающих, с кратким описанием и условиями для правильного содержания. Узнаете много нового для себя, если, конечно, вы не аквариумист-профессионал. То же касается и рыб. Их здесь великое множество, начиная от распространенных золотых рыбок, неонов, краснохвостых петушков, до более экзотических, как, например, уару черно-пятнистый и многих других. Все они тоже сопровождаются описанием, где они обитают, что предпочитают, какие условия по температуре воды и pH необходимы. А в режиме компании после выполнения каждого заказа еще узнаете какой-нибудь факт из жизни рыб. Как, например, что самая маленькая рыба в мире Pedicyprus paragenetica имеет длину всего 7,9 мм. Такую мелкотню разве что только под лупой разглядывать. Из инструментов для ухода за аквариумом будут нагреватели воды, фильтры, регуляторы pH, корм и освещение. Также можете еще использовать разное качество стекла и цвет герметика. И в заключении, если вы хотите красивый аквариум с рыбками в реальности, то в данном симуляторе можно приблизительно прикинуть, как бы он выглядел, чтобы не думать о дизайне, когда аквариум будет перед вами, а вы без понятия, с чего начать. Кстати, время от времени разработчики добавляют новые декорации и рыбок, а также готовят к выходу дополнения, связанные с морскими обитателями. И на этом у меня все. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, дизлайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Всем удачи, увидимся в следующей серии. А пока, всем пока.